Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби предупредил, что британские государственные чиновники знают так мало о религии, что консервативных евангелистов часто принимают за религиозных экстремистов, сообщает Седмица. Примас церкви Англии сказал, что британское правительство практически не видит различий между мусульманскими экстремистами и приверженцами традиций христианами и таким образом рассматривает обе группы как немного помешанных. Британская телеграф процитировала фрагмент из послания архиепископа Уэлби об отношении британских государственных властей к религии и верующим. Они не видят никакого различия между экстремистской мусульманской группой, такой как братья-мусульмане, и своего рода консервативной евангелистской группой в англиканской церкви. Архиепископ Уэлби считает, что большинство государственных служащих Британии испытывают недостаток в религиозной грамотности.